Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Вабон Геймс, и мы с вами в НХЛ 20 возвращаемся к рубрике, в которой вы мне присылаете свои видеозадания, и я буду стараться их повторить. И вот одно из заданий прислал мне Иннокентий Фролов. Вот такой вот гол он смог из-под ноги забить в режимах троек, но... Я не очень хочу сейчас в тройке играть, учитывая, что в НХЛ 20 сейчас как раз тестирование идет этой игры, и я попробую вот это задание выполнить, забив гол в режиме 1 на 1. В режиме World of Chell. Не знаю, насколько это у меня может получиться. Я очень надеюсь, что не буду тут часами сидеть за приставкой и... Фух, это будет сложно. Напоминаю для тех, кто забыл, что исполняется этот финт зажатием кнопки L1, и можно на смешанном управлении нажать нолик, либо зажать правый стик и уже им направлять бросок. Волотов забивает. Хорошо. Есть шансик. О, что я сделал? Я кнопку перепутал. О, как близок я был сейчас к забитому голу. Ах. Решил за мной повторять. Ну ладно, первая попытка неудачная. Бум-бум-бум-бум-бум! Блин, подождите, я сейчас не хочу проиграть, но как же это было красиво! Вау, получилось со второй попытки, друзья. Да ладно, тут мне тоже гол красиво забили. Оп, ах, ногой хотел еще подработать себе. Хорошо, хорошо, эх, не успел чуток. Опа, 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 что, не получился. Хорошо. Да это же нарушение. Да как же я так-то, а? Ну, убегай, убегай, убегай! Да блин, лох! Не получилось два раза за эту попытку забить такие голы. Но давайте нам повтор, пожалуйста. Ну не этот повтор, повтор моего гола. Зачем вы победный показываете? Что за уродство? Так, ну повторы мы вроде можем посмотреть. Давайте насладимся еще раз этим шедевром. Вот так вот обходим, убираем под ногу и точно под перекладину. Красиво. И еще раз. Ух, как здорово, да, это получилось. Бам! Красиво. Ну вот такой вот, друзья, легенький видосик у меня для вас получился. Я думаю, что многие из вас могут это повторить, поэтому кидайте свои самые красивые голы в нашу группу в ВК. Ссылка на нее есть в описании. И я думаю, что вы получите большое количество лайков от наших подписчиков. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, где куча фоточек и обзоры мероприятий, которые я посещаю. Ну и поставьте лайк под этим роликом, чтобы побольше такого легкого контента по НХЛ 20 выходило на этом канале. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.